В рамках молодежной форумной кампании по всей России работают коуч-площадки разного направления. Ненецкий округ не остался в стороне. В селе Тельвиска проходит региональный молодежный форум «Тельвискарт». Василий Хатанзейский продолжит. Площадка, где собирается самая творческая молодежь округа для развития своих навыков в искусстве – Тельвиска Арт. Ежегодный народный региональный форум собирает активную молодежь округа. Форум – это творческая площадка, где каждый участник может проявить свои таланты, как в хореографии, вокале и в инструментальном жанре. В этом году форум уже будет отмечать 11-летие. Создатели этого проекта – Галина Александровна Дуркина и Елена Ивановна Вергунова. Что подразумевает форум и какие задачи он несет? Это обучение творческой молодежи в различных направлениях, вовлечение молодежи в деятельность, направленная на развитие региона, организация досуга молодежи, основанная на приобретении новых навыков в народной культуре. История форума началась еще в 2012 году. И с тех пор каждое лето в социально-культурном центре «Престиж» в селе Тельвиска проходят творческие курсы для молодежи. За многолетнюю историю из арт-пространства выпустились ребята, которые продолжили учебу по различным направлениям в искусстве. А кто-то уже работает в местных домах культуры. У нас была задача, чтобы эти дети, которые принимают участие в форуме, они должны были прийти в культуру, потому что в населенных пунктах какая-то культура немножко стала мелеть. Ну, грубо говоря, мелеть, потому что в основном были привозные, да, специалисты, и которые немножко недопонимали, там, ну, жизнь сельская, там, это уголь долбить, дрова носить, воду. И оставались, приезжали, уезжали. И я рада, что у нас 7 человек с форума, да, через 10 лет получили образование в сфере культуры и вернулись. Они работают в Арктике, работают у нас они в Тельвиске. Работа великовесочна, поэтому очень здорово, когда ребята возвращаются в свой зеленый пункт, обучаются уже хорошими специалистами. На протяжении всего форума с ребятами занимаются не только местные профессионалы в сфере культуры, но и специалисты из других регионов России. Александр Кантеев – музыкант из Москвы. Он уже в четвертый раз приезжает в Тельвиску и выступает в роли наставника. Здесь мы общаемся с детьми, обучаем их, развиваем и погружаем в традиционную культуру. Обучаем игре на музыкальных инструментах, гуслях, балалайке, духовых инструментах. Проводим курсы актерского мастерства и разучиваем песни. Пласт работы огромный, интересный, и здесь мы стараемся максимально всех развить, вдохновить, для того, чтобы после нашего уезда здесь осталась частичка нашей теплоты, радости, и чтобы здесь все развивалось на высшем уровне. В рамках форума 16 июня на арт-площадке прошла встреча с депутатами окружного собрания Александром Чурсановым и Максимом Арбузовым. Поговорили о развитии молодежки, молодежного движения. Они подсказали, чего им не хватает. Например, была озвучена информация о том, что на селах необходимы координаторы молодежной деятельности, активисты, местные ребята, которые могли взаимодействовать как с нами, с нашими окружными учреждениями, которые работают с молодежью. Выяснилось, что ребята, несмотря на то, что в СМИ освещаются, органы власти освещают информацию о грантах, не знают о том, куда обратиться, чтобы участвовать в грантовой поддержке. Также молодыми людьми на встрече были подняты вопросы бытового и инфраструктурного характера, в частности, состояние домов культуры в ряде населенных пунктов округа. Общение прошло на равных. Очень важно с точки зрения того, что ребята могут пообщаться. Вот в этом году на форуме присутствуют ребята, ну, понятно, что из Тельвиски, Харивера, города. В прошлые годы я помню, что приезжали ребята даже из отдаленных сел, допустим, из села Несь, что тоже было очень приятно. Очень важно, чтобы на такие мероприятия в госпрограмме все-таки деньги мы закладывали, предусматривали. Действительно, очень важно поддерживать талантливую молодежь округа и готовить для региона будущих специалистов. Василий Хатанзейский, Леонид Шишилов, Вадим Стасюк. Телеканал «Север».